16 підрозділів спілки фахівців нерухомості сьогодні приїхали до нас, ми їх вітаємо, ми приймаємо якісь важливі рішення, ми обмінюємося досвідом, ми намагаємося зробити краще щось для нашої діяльності. Наша задача стоит развивать наше подразделение на местах в разных городах. Вот сегодня мы приехали в славный город Чернигов и проводим в этом городе нас Высший совет Союза специалистов по недвижимости Украины. Мы собрали всех лидеров всех наших подразделений. І ми хочемо своїм прикладом показати, що сила в єдності, бо разом, тільки разом ми можемо впливати якось на урядову політику, на відстоювання своїх корпоративних інтересів, на формування взагалі середовища ріелторського і взагалі нерухомості, а також мати участь у розробці законопроєктів. Тобто ми підтверджуємо свій девіз – сила в єдності. Ринок нерухомості дуже рухливий і треба, щоб в ньому залишались професіонали, які мають справді досвід, вміння, знання і рухаються в ногу з часом. Ринок недвижимости – это зеркальное отображение экономической и политической ситуации в стране. Поэтому вот мы и имеем такой рынок. Если мы говорим о том, что насколько у нас хорошо дела обстоят с регионами, по-разному могу сказать. В одном городе у нас лучше дела обстоят, в другом городе хуже. Но тем не менее мы все-таки будем продолжать поддерживать те слабые наши подразделения. Мы будем ехать в эти города, их поддерживать, соответственно, и их развивать. Самое основное – это підвищення фаховості спеціалістів. Це дуже важливо. Це і юридичний спектр, і спектр психології. Так, працюємо над пропозицією нашого уряду по урегулюванню законодавчому в цій галузі. Надіюсь, що будемо мати гарний законопроект, гарний закон, який допоможе всім бути фаховими і захищеними. У нас при Фонде государственного имущества Украины создана рабочая группа по разработке закона Украины о риэлторской деятельности или о брокерской деятельности, пока идут споры, как этот закон будет называться. Инициатором в этот раз выступило не риэлторское сообщество, в этот раз государство выступило инициатором. Я считаю, что закон необходим на сегодняшний день. Но тот закон, который необходим именно для развития профессии риэлтора или брокера, как уж она будет называться. У нас должны, у специалиста должны появиться полномочия, более расширенные полномочия, у него должны появиться доступы к государственным реестрам, потому что для того, чтобы качественно оказать услугу для своего клиента, необходимо более расширенные полномочия. На сегодняшний день у нас нет проекта закона Украины о риэлторской деятельности. Вот я вам твердо это говорю. Нет проекта, не над чем спорить и не почему копия ломать. Все, что к вам попадает, это называется рабочий материал. Мы когда начали работать, я немножко перескочил, когда кабинет министра Украины начал искать регулятора, они сначала обратили внимание на Министерство экономического развития. Министерство экономического развития не захотело этим заниматься. Они сказали, нам это не свойственно, мы вообще за дерегуляцию, поэтому как бы это не совсем наше. Но тут же проявило себя Фонд государственного имущества Украины. На сегодняшний день чем занимается фонд? Он, конечно, занимается приватизацией и продажей державного майна. Он занимается регулированием оценочной деятельности, мы с вами знаем, да? И теперь фонд проявил инициативу, сказал, что мы готовы заниматься, быть регулятором у риэлтора. Опять же, слово риэлтор вам опять для информации. Могу сказать, когда мы начали изучать этот вопрос, профессии риэлтора нигде в мире нет вообще. Нет такой профессии. Ну, мы так думали, да? С Америки пришла профессия. Нет, коллеги. В Америке эта профессия называется брокер. И лицензия выдается брокеру на право занимания своей деятельностью. А тот брокер, и брокер, получив лицензию, идет и продает всю недвижимость, которая там существует в Соединенных Штатах. Если же он хочет стать риэлтором, он вступает в общественную организацию, которая называется НАА, Национальная ассоциация Соединенных Штатов Америки.
риэлтор – это торговая марка, это бренд, зарегистрирована эта организация. Поэтому это, знаете как, ну, вроде как знак качества. Я не выступаю сейчас против риэлторов. Это, ну, это высококвалифицированные специалисты, да, которые отучились, получили лицензию, потом еще дополнительно вступили в общественную организацию, получили доступ к МЛС и заодно стали риэлторами, получили квадратный значок синенький с буквой «Э», да, и название, кстати говоря, то, что нас говорят, что мы не имеем права в Украине использовать это слово, это неправда, по одной простой причине, потому что четко прописано, что этот бренд распространяется на территории Соединенных Штатов Америки. Вот в Америке вы не имеете права использовать этот бренд без получения разрешения. Поэтому в Украине, в принципе, это слово может использоваться, но опять же возникают спорные вопросы, называться ли нам риэлторами или возвращаться к старому нашему названию, кто давно на рынке, помнит, да, еще биржевое движение, у нас то был брокер и был маклер, да, это было две степени. Мы сейчас изучили, так как фонд госимущества создал рабочую группу. Кстати говоря, сразу могу тоже проинформировать. Все члены рабочей группы прошли приказом головы фонда. И мы были этому инициатором. Мы просто вошли в этот процесс, а мы не могли не войти в этот процесс. Потому что если мы не войдем в процесс, все равно это будет делаться. На основании чего сейчас фонд занимается законодательным регулированием? На основании приказа первого вице-премьер-министра товарища Кубина. Вот мы, когда у нас был некий там, не хочу сказать, что это был конфликт, я думаю, Миша Бран присутствовал, я считаю, такое было некое недоразумение. Был поставлен под сомнение вопрос, а нужно ли законодательное регулирование. Я тогда сказал, что коллеги, это не то место, где надо обсуждать этот вопрос. Это давайте мы выйдем, сами соберемся общественностью и определимся, нужно или не нужно. В фонде госимущества им говорят, а нужно ли, это неправильный подход. Почему? Потому что, ну, я смотрел на представителей фонда, они сидели с вот такими глазами. А потом начали улыбаться. Вот их реакция. Они не могут рассуждать, коллеги, это мы вольные охотники. Я понимаю, что риэлторское сообщество поделилось 50 на 50. 50% говорят, что не нужен закон, и нам так хорошо, и все у нас хорошо. 50% говорят, нужен закон. Я как раз отношусь к тем 50%, которые считают, что нужен. Но какой это закон, коллеги? Я все время и в фонде я бился за это. Я говорю, закон должен расширить права риэлтора. Он, во-первых, должен, создать риэлтора или брокера. Мне, честно говоря, все равно, как это будет называться. Если мы в историю уйдем, и тот, кто давно на рынке работает, еще раз говорю, были биржи, были брокеры, были маклеры. Потом мы краем уха услышали модное слово риэлтор. Мы к нему привыкали, наверное, 3 или 4 года. И нас потом еще по привычке брокерами называли долго. Сейчас мы немножко уже переучились, да, и начали называть себя риэлторами. Поэтому вся Европа, вот я вам докладываю, во всей Европе у них есть брокер-риджи. Да, там брокер. В Америке брокер. В Канаде, вот, не помню. Тоже брокер, да? Ну, опять же, тут не столь важно, как мы будем называться. Брокер или риэлтор. Суть это не поменяет. Это инициатива державы. И то, что там некоторые говорят, вот мы сейчас там выйдем, где-то там возле Верховной Рады, там что-то станем. Коллеги, ну можно выйти, возле Верховной Рады стать. Но еще раз вам говорю, это рекомендация ФАТ. Это финмониторинг. Мне тоже не все нравится. Я тоже вот везде, где выступаю, не совсем я понимаю, как можно было вписать риэлтора субъектом первого финансового мониторинга. Вот я не совсем это понимаю. Почему нотариус, субъект первого финансового мониторинга, я понимаю, он правочин робит, да? Он посвящает, переход права приходит. Что мы мониторим? Мы мониторим желание человека. Да? Есть две общественные организации. В одной там 600 чем-то членов, в другой 1400 членов, может чуть меньше. Ну, на выходе 2000. А по мнению финмониторинга, на рынке Украины работает 60 тысяч. Вопрос. Риэлторов. Вопрос. А кто обучает 52 тысячи? Вот, вот здесь эта проблема. Поэтому 58, извините.
Поэтому... И кто гарантирует качество оказываемых услуг? Ну, себе. Тут 101 вопрос. Мы же сами с вами, да, мы же специалисты. Мы сталкиваемся на рынке, ну, с какими-то, мягко говоря, не очень добросовестными нашими коллегами, если мягко их так можно назвать. Конечно, сталкиваемся. И у меня буквально вот перед этой поездкой, у меня сотрудница пробежала с вот такими глазами, там, мне рассказывала, как вот там недобросовестно поступают по отношению к ее объектам, там, рекламу перетирают, там, переписывают, там, потом по телефону отвечают, что этот объект уже продан, мы вам другой предложим. Это правильный подход, правильный подход. Как с этим бороться? А никак. Только в рамках законодательства. Моя позиция, нам закон нужен. Просто вопрос, какой закон? Сразу могу сказать, острые моменты. Ограничение комиссии, да никакого ограничения быть априори не может. И, кстати говоря, фонд госимущества это прекрасно понимает. Они мы даже так вопрос не ставят. Никаких ограничений в комиссии у нас не будет. Ни 3%, ни 5, ни 10. Это договорные отношения на рынке. Вы будете после принятия закона, если он будет принят, риэлтор или брокер имеет право оказывать услугу после заключения письменного договора. И это правильно. Ну что в этом плохого? Поэтому плюс, если нам еще расширят наши полномочия, то, что называется, но мы на сегодняшний день требуем, кстати, фонды соглашаются, но я думаю, он соглашается по непониманию. Мы требуем доступа риэлтора, визуального доступа, ко всем риэлторам. Мы все равно идем к нотариусу, да, и, ну, это добросовестный риэлтор, и говорит, посмотрите, пожалуйста, а нет ли там каких-либо запретов, а мы знаем, что там куча риэлторов, да. Поэтому я считаю, что нам можно дать этот доступ, никаких страхов нету. Фонд говорит, вопросов нет, ну, фонд не совсем понимает, вопросы есть, конечно. Потому что, ну, не дай бог, там что-то с реестрами произойдет. Но я считаю, что если у нас будет единый реестр риэлторов или брокеров, поэтому выдадут ключи, как выдали нотариуса. Ну, страхи в чем? Ну, наши ближние старшие братья – это нотариусы. Но там тоже бывают проблемы. Один киевский нотариус сейчас переписал с бабушки квартиру безосновательно на молодого человека. Ну, есть же такие примеры? Есть. У нас будет доступ только, еще раз говорю, визуальный. Мы считаем, что стажировка это правильно, это нужна, и человек не может проснуться сегодня и ухо почухать, буду брокером или риэлтором. И стал. Ну так не бывает. Ну пойди постажируйся 2 года, а лучше 3 года, на мой взгляд. И, пожалуйста, сдай экзамен, отучись, сдай экзамен, получи. Мы приходим к мнению о том, что это должна быть не лицензия. Сразу можно сказать, лицензия, ну, у нас вообще такое нарицательное. Мы даже решили, что может быть это не сертификат, потому что сертификат выдает общественная организация. Мы так, всем своим членам, которые прошли обучение, сдали экзамен, выдаем сертификат. Мы считаем, что мы посмотрели на наших тоже смежных, близкой профессии адвокатов, ну, у них это называется свидетельство на право занимания адвокатской деятельностью. А у нас это будет называться свидетельство на право занимания брокерской деятельностью. Пример. Сразу у меня самый первый вопрос был к чиновнику. Ребят, а что делать с нами, с профессионалами? Да? Я на рынке недвижимости, коллеги, 20 лет я уже забыл, когда отвечал. Я еще, ну, с первых дней. Поэтому я говорю, и что, мне теперь 3 года стажироваться? Потом мне учиться надо, потом мне экзамены надо сдавать. А вы мне ответите на другой вопрос. А 3 года что? В стране не будет ни одного риэлтора-брокера? Ну как? Так же ж не бывает. Я говорю, поэтому. Мы пришли, дозволили. Фонд пока поддержит. Я допускаю, что может как-то там течение эти меняться. Но мы, я думаю, будем с нашими коллегами отставить этот вопрос. Все, кто отучились, являются членами общественных организаций. Я даже без названий сейчас. Любой общественной организации, которая официально зарегистрирована, которая проводит обучение и которая после обучения принимает экзамены и выдает сертификаты. Все эти сертификаты, грубо сейчас скажу, должны поменяться на свидетельство на право занимания риэлторской деятельности. Это первая группа тех людей, которые давно работают на рынке. Все остальные пройдут вот эту процедуру, которая будет прописана в законе. Единственный вопрос, который очень правильно, на мой взгляд, фонд поднимает, а что делать 52 тысячи вот тех, которых там ходят. Я не знаю, что с ними. Вот не знаю. Вот, ну, пускай они, если они не хотят вступать в одну или вторую общественную организацию, пускай создают третью организацию. Вот этого не надо. Нет, никто не запрещает. Но, коллеги, сразу могу вам сказать.
общественная организация, которая будет признаваться сертификаты, я думаю, что мы это будем прописывать в профильном законе, она должна иметь полномочия саморегулируемой организации. У нас закон отдельного в Украине про саморегулируемые организации, я не верю, что будет. Там кое-какая информация сейчас просачивается, вот готовится закон, не будет, скорее всего, но в ближайшие 10 лет. Но мы можем прописать это статьей в своем профильном законе. Как это сделали специалисты по ценным паперам, у них есть саморегулирование. Поэтому, когда мы это пропишем, и пропишется, вот я сразу говорю, они создаст много организаций общественных. В смысле, общественных организаций может быть масса. Но те организации, которые получат статус срок, их будет единицы. Почему? Потому что я думаю, что когда мы будем прописывать этот статус, кто имеет право там вважати такой саморегулированной организацию, мы там запишем. Организация, яка працює або существует не менее 5 лет, ну, чтобы не появлялись однодневные. Поэтому я призываю наших коллег, и мы, соответственно, тоже будем принимать активное участие. Я призываю всех вас не стоять в стороне. В каждом городе созданы рабочие группы по созданию профильного проекта закона Украины. Сразу мы еще не знаем, как он будет называться. Не факт, что он будет называться закон Украины про риэлторскую деятельность. Это не факт. Он может какое-то другое имеет название. Вы можете предложение идти подавать в союз специалистов. Вы можете предложение подавать в ассоциацию. Роли не играют. Эти все предложения будут доноситься, они будут рассматриваться и доноситься. Потому что, коллеги, мы не можем, еще раз говорю, мы не можем выступать, что мы не хотим, налоги платить не хотим, ничего не хотим, хотим кинести. Никто этого не хочет. Поэтому будет этот закон, знаете как, есть жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе, я не знаю. Поэтому будет ли принят этот закон? Я думаю, что будет. Но гарантировать это крайне тяжело, ну, мы же понимаем, как у нас эти все течения могут меняться. Но готовым к этому быть, работать в этом направлении, даже если его не примут. Ничего страшного в этом не будет. Мы живем дальше своей жизнью, но мы знаем, если он будет принят, мы были готовы, и мы будем там сражаться и отстаивать свои права. Очень приятно, что такой замечательный город Чернигов сегодня нас встречает. И это и то, о чем мы с вами говорим, вот эта тематика, она на слуге дня, и это очень важно и актуально для каждого из вас. 100% важно и актуально для каждого из вас, потому что за теми событиями, которые сейчас происходят, стоят ваши фирмы, ваши клиенты, ваши семьи. И все это так или иначе затронет все равно каждого из нас. Виктор Викторович очень замечательно говорил про ФАТФ. Я как человек, который состоит на учете в финансовом мониторинге, я веду свою предпринимательскую деятельность уже больше 12 лет. Веду ее легально. Государства Украины, плачу налоги и зарегистрирована в финансовом мониторинге. Я проходила у них 2 раза обучение. Я не радую сейчас за фирму мониторинг. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что все гораздо серьезнее, чем мы себе думаем на самом деле. Это финансовая разведка, это организация, в которой люди, ну, почти не смеются. Они просто слушают, наблюдают, делают аналитические выводы и принимают решения. Нам сложно принять ту... Я на последнем обучении, на котором я была полгода назад, я им задавала такой вот вопрос, как Виктор Васильевич говорит, ну почему же риэлтор, ну почему же риэлтор, мы же не делаем правочины, мы же только знаем мнение клиентов, почему риэлтор является субъектом первичного финансового мониторинга, почему? Потому что все являются субъектами первичного финансового мониторинга, и риэлторы, и адвокаты, и юрисконсульты, и все в стране, так же, как и во всех остальных странах мира, являются субъектами первичного финансового мониторинга. Почему? Потому что есть общепризнанная справка, в которой сказано, что самый простой способ отмывания денежных средств и финансирования терроризма – это приобретение недвижимости. Нотариусу приходят с правочином. От нас хотят просто, чтобы мы, если вдруг у нас возникло подозрение, что клиент неадекватно себя ведет, и мы проверили по реестру террористов на сайте финмониторинга, который вот в этом доступе есть для всех, у нас возникло какое-то подозрение, чтобы мы просто к нашему договору, к которому вы и так прикладываете паспорт, приложили еще анкету по этому клиенту. Если клиент ведет себя неадекватно, вы это просто запечатываете в конверт и отправляете финмониторинг. Больше от вас никто ничего не требует. Вы не сдаете отчетность такую,
банки и такую, которую сдают нотариус, адвокаты и все остальные. Вы не делаете ничего, вы просто наблюдаете, и если вам что-то показалось, вы об этом сообщаете. Причем в законе о финансовом мониторинге сказано, что вы не имеете права рассказывать клиентам о том, что вы являетесь субъектом первичного финансового мониторинга. Все гораздо серьезнее и сложнее. По одной из профессий, я еще немножечко психолог, и я хочу вам сказать, что сейчас все профессиональное сообщество находится в большом стрессе. Так вот, в психологии есть три понятия поведенческие людей, которые находятся в стрессе. Первое – это отрицание. Нет, это не с нами, мы не хотим, мы не будем. Второе – это наблюдение, что же происходит. И третье – принятие. Чем быстрее наступает третья стадия принятия тех или иных перемен, это касается людей, которые находятся в кризисных ситуациях, в стрессовых ситуациях, и это касается конкретно нас с вами, потому что мы с вами просто обычные люди. Чем быстрее мы примем ту реальность, которая есть, тем быстрее мы начнем конструктивно на нее воздействовать, тем быстрее мы начнем понимать, что от нас зависит, и тем быстрее мы начнем менять свою реальность к лучшему. И у нас сейчас есть уникальная возможность. Вы просто должны это услышать и принять каждый для себя. Это будет все равно, точка. Я была в финмониторинге, разговаривала с ними, они говорят, очень хорошо, что, вот такая была фраза сказана, очень хорошо, что в риэлторском сообществе нет единой позиции, что все риэлторское сообщество не объединилось одним фронтом. Очень хорошо, что есть разногласия. Закон будет принят просто с подачи финмониторинга того, как будет надо нам. А вы его примете и будете делать то, что вам скажут. Раз вы не понимаете уникальную свою возможность сейчас поучаствовать в этом процессе и внести свои пропозиции, если вы не хотите подняться на две головы выше и стать в ранг с государством и понять масштабы государства, понять, зачем это надо, если вы не хотите составлять себе труда и не видите дальше своего носа, видите только здесь и сейчас. Я здесь и сейчас дала квартиру в аренду, получила деньги, и меня ничего не волнует. Так вот завтра вы не будете иметь такой возможности, как сдавать квартиру в аренду. Вот и все, все гораздо серьезнее. Поэтому, пожалуйста, услышьте то, что я сейчас говорю. Те материалы, которые предоставило Министерство экономики и развития для рассмотрения, это не проект какого-то одного из тех законов, которые были ранее. Это материалы, которые предложило Министерство экономики и развития. Они содержат в себе 9 разделов и 34 статьи. Специалист по недвижимости. Кто же он такой? Брокер, риэлтор, маклер, агент. Сколько уровней будет, уже вот Виктор Васильевич рассказал, что это будет 2 уровня. Сертификация или лицензирование. Очень важно слышать ваше мнение. И у нас по этому поводу сейчас есть уникальная возможность. Мы можем с вами прямо сейчас, не отходя от своих рабочих мест, обсудить то, что предлагает Министерство экономики и развития. Да, Александр? Я добавлю еще с региона. Вот работа была проведена по регионам. Ну, самые основные вопросы, да, это комиссия, информация, доступ до информации, договор, это вот есть, страховку. Я еще добавил страховку. Да, страховка. Очень со всех регионов идет вопрос по поводу страхования нашей деятельности. То есть мы как бы инициируем, чтобы... Ее не было. Да. Ну и... У нас по регионам, ты не сказал, были созданы рабочие группы, да, группы все время подают свои предложения. В письменном виде мы это обрабатываем и вносим в фонд Дэшмэйна. Мы тоже внесли предложение о том, чтобы убрать эту статью из закона, потому что мы не можем отвечать за действия третьих лиц никак. Ну и основной месседж, который мы тоже делали на рабочую группу и вносили эти предложения в фонд Дэшмэйна, о том, что мы можем, что ответственность риэлтора несется по договору, вот та ответственность, которая оговорена в договоре, и ответственность финансовая в рамках договора. Есть стоимость услуг, которые оплачиваются клиентам, и которые зафиксированы в договоре. В рамках этой стоимости услуг вы несете, вы либо должны вернуть стоимость услуг, либо к этой стоимости услуг плюс штрафные санкции. Вот такое предложение было, и оно было принято. Ну, посмотрим, что будет на следующей рабочей группе. Следующая рабочая группа, третья, это 19 сентября, дорабатываем другие статьи, ждем от регионов тоже предложения, потому что это наша с вами реальность, которую мы создаем с вами сами. Пока у нас есть такая возможность, потому что да. По планам Кабмина до конца года должен быть проект. Вообще, первый... Ну, коллеги, давайте сентябрь, даже не так. 29
28 сентября мы должны подать, ну, я имею в виду, мы это рабочая группа, на голову фонда, это приказ головы фонда, от него подать проект уже. Ну, задача, ну, для того, чтобы мы подали 28 сентября, мы должны заседать в каждый день. Тогда, может быть, что-то получится. Я тоже фонду объясняю это, они говорят, ну давайте работать, потому что мы же вообще сейчас пока не работаем, мы пока там дискутируем. Они говорят, давайте начнем работать, мы будем писать письмо на голову фонда, попросим срок увеличить. Мы, вот риэлторское сообщество, мы не форсируем эти события. Мы не говорим, что вот нам нужен закон там за месяц, за два, за три, за год. Мы так не говорим. Мы говорим, мы должны сделать качественный продукт, и этот качественный продукт должен быть принят. Он должен быть качественный как для риэлторов, так и для потребителей риэлторских услуг. Скажу больше, с 1 октября вступает новая статья в законе о мониторинге, где штраф составляет за то, что ты не регистрируешься, там 340 тысяч гривен. За то, что ты не являешься участником финансового. Не зарегистрировался в финмониторинге. Ребята, 340 тысяч. 340 тысяч. 340 тысяч. Рекомендую. Некоторым это один раз и все. Если у клиента есть возможность выбирать, работать с агентством или самому заниматься там поиском какой-то недвижимости, в аренду, покупку, неважно, с какой радостью он должен заполнять эти анкеты, которые будем ему навязывать. Но там со выбора не здесь есть. Вы меня неправильно поняли. Он анкету не заполняет, анкету заполняете вы. Вы общаетесь с человеком, вы узнаете у него, он приобретает, откуда происхождение денег. Вы представляетесь ли вы покупатель? Я агентство недвижимости. Я к вам, вы приходите ко мне в агентство реализовать свои потребности. Дослушайте, пожалуйста, Лариса, не перебивайте. Вы говорите, я хочу купить квартиру за 50 тысяч долларов. Да? Я не нотариус. Я обычный субъект предпринимательской деятельности, который там, возможно, подчеркиваю, а может и нет. Владею информацией, той, которая вам, возможно, будет полезна, подчеркиваю. Да? А я вас спрашиваю, Лариса, а где вы взяли 50 тысяч долларов? Вы не спрашиваете. Я должен в анкету внести какую-то информацию. Вы свои подозрения вносите в анкету. Я должен догадаться, где взял человек 50 тысяч долларов? И записать в анкету? Да. И подать. Ну, Виктор, ты это не сказал. Это ехинея получается. Олег, это ехинея, вы можете сказать вашему региональному финансовому служению. У вас же есть 4 лет. Уже много лет. То есть это не со слов клиента пишу я в финмониторинг, а со своих домыслов, фантазии. Это ваша оценка реально происходящей ситуации. Дело не в этом. Просто если мы живем с вами в правом государстве и попадаем под норму этого закона, и если мы с вами все профессиональное сообщество, если бы мы на момент принятия этого закона все дружно пошли, стали туда на учет и просто бы вели, 5 лет надо хранить документы, да, надо разработать программы и правила по предприятию. Там целая история, кому нужна консультация, могу дать приватно. Это... Коллега с другого региона, там или откуда, говорил, все хотят в Украине, риэлторское сообщество, что все сделки проходили через риэлторское сообщество. Правильно. При таком подходе я готов брать на себя ответственность по финмониторингу, ибо у клиента не будет выбора. Он все равно будет со мной работать. Олег, при таком подходе не будет конструктива. Пишите в письменном виде свою думку, ну как вы это видите, и мы это предложим фонд, чтобы они внесли это в закон. Они будут это вообще рассматривать, читать? Если вы будете это продавать, то они будут это рассматривать, потому что есть рабочая группа, в состав которой мы входим. Мы для этого сейчас здесь собрались. Пожалуйста, я пытаюсь до вас достучаться. Свою реальность вы создаете сами. Пишите, что-то примут, что-то не примут. Но то, что вы напишете, мы 100% все донесем на нет. Вы этот месседж должны сейчас услышать. Понимаете? Поэтому мы здесь это обсуждаем. Ваша боль такая же, как моя боль. У меня тоже компания по недвижимости. Я тоже хочу, чтобы все были зарегулированы. И я готова платить не даже не 5 или не 25, а больше процентов государству, чтобы все шли, поток клиентов шел через меня. Пока на сегодняшний день в законе четко не сказано, что они могут обслуживаться сами. Там как-то это все завуалировано. И пока на сегодняшний день нету такой нормы, что обязательно только через агентство недвижимости. Пока на сегодняшний день из-за огромного количества жалоб, из-за огромного количества компаний по недвижимости, которые предоставляют некачественные, непрофессиональные услуги, которые даже есть услуги, связанные с криминальными последствиями. Пока на сегодняшний день есть в социуме,
уровня есть возмущение и неприятие нас как профессионалов вообще в принципе. Так вот, вы поймите, что если будет закон о нашей деятельности с вами, мы сразу получаем официальный статус. Возник вопрос, надо ли обучать агентов? Это доступ к знаниям, обязательное обучение. Вот смотрите, работает 30 человек в компании. 30 человек в компании работает, они все должны быть, они агенты, у меня одного лицензия брокерская, они все агенты, агенты значит должны быть сертификаты, без вариантов. Вот эти все 58 тысяч риэлторов, которые хотят работать, где-то, под кем-то, с кем-то, это все сертифицированные риэлторы. Лицензии это те, кто несет уголовную и административную ответственность перед государством и конечным потребителем за деятельность предприятия. И это и есть доступ к профессии. Вот это лицензия. Тогда это регулируется. Какие риски против слова лицензия? Ребята, вы почитайте положение про лицензирование в Украине. Ну, вы обратите на это внимание. Мы уходим от слова лицензия. Смотрите, мы приняли решение. Все-таки це буде називатися свідоцтво на право займання ріелторської діяльності або брокерської, а не ліцензії. А регулювання ринка це не буде. Як це не буде? Це доступ професії. Ви не отримали свідоцтво на право. Ви не маєте права займатися ріелторською діяльністю. Це те ж саме. Лицензія це більш жорсткий продукт. Дуже жорсткий продукт. Яка відповідальність у агента, який отримав сертифікат? Да как на 300 лет, он просто оторвал и забыл за него. Пошел переучился, получился 3 копейки и пошел дальше работать. Он даже задумываться не будет о последствиях. Он сделку сделал, кого-то обманул, нормально, заработал те 3000 долларов, заплатил за сертификат 150, получил другой, пошел в суд. В законе есть статья, которая говорит о том, что агент, человек, который не имеет свидетельства на право занятия риэлторской деятельностью, агент, он может обучаться и может стажироваться, но он не имеет права подписи в договорах, и он не несет ответственность перед клиентом. А какая ответственность будет агент? Там нет ответственности никакой вообще. Никакой. Об этом и речь. Но ФОП не может быть агентом ФОП, если он зарегистрировался как ФОП. Если у него это есть в КВЭДах, он должен получать свидетельство на право занятия этой деятельностью, обучаться, стажироваться в какой-то риэлторской компании, а потом... Ну, если это вновь созданный ФОП после перехидных положений, после вот этой амнистии, когда на момент принятия закона все, кто были, они получили, а все новые, которые приходят, они должны постажироваться. Не все, а то так поймут, что все. Опять же, коллеги, амнистия, как Лариса Михайловна говорит, только на тех, которые просертифицировались в общественной организации. Извините, но это само собой разумеющееся для меня, поэтому я по умолчанию об этом лишний раз не говорю. Ну, это то, как вот то, что обсуждалось, скажите, Михаил, на последней рабочей группе мы присутствовали, да? То, что обсуждалось и как это виделось. Порог входа в риэлторском бизнесе, он 3 копейки. Отсюда на рынке работает 52 тысячи человек в тени, которых никто не знает, и половину из них вообще не видит. Это сейчас, согласна, это сейчас. Но я об этом и говорю. Это будет по-другому. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, риэлтор... Вот, и вообще, это в принципе всему профессиональному сообществу вопрос. Риэлтор, человек, который занимается этой деятельностью, надо ли ему иметь хотя бы среднее специальное, бакалаврат это теперь уже у нас высшее образование, хотя бы бакалаврское образование? Я скажу больше, я считаю, он обязан иметь как минимум высшее образование. Как это вам ответы на все вопросы. Экономическое или юридическое? Профильное, подчеркиваю. Это может быть экономическое, юридическое, финансовое, менеджерское. Профильное, подчеркиваю, профильное. Это может быть не профильное, но смежное. Это может быть точно так же и психолог, правильно? Просто говорили, высказывали мнение, что человеку не обязательно образование. Повышать квалификацию, не развиваться, не расти. Помощником он может быть, но риэлтором он быть не может. Так называемая румынская ответная паса, да, которая приказом главы начальника фонда, да, является членом рабочей группы. Как вы думаете, не будут ли они нам выдавать сертификаты? По-другому я скажу, не будут ли они нам продавать эти сертификаты? Парса точно такая же, как... Союз точно такая же, как ОСНУ, ну, как минимум по регистрации. Поэтому и Союз тоже, к сожалению, не будет выдавать никаких разрешений. Никто нас к этому не допустит. Максимум, что нам дадут,
Ну, пока фонд на это мягко смотрит, и они говорят, что мы готовы общественность привлечь в экзаменационную и дисциплинарную комиссию. Понимаете, да? Экзаменационная. Это кто выдает разрешение, дисциплинарная – это все отбирает. И они сказали, что 2/3 может формироваться от общественности. Ну, 2/3 – это 60%. Я не знаю, ну, как оно так дальше и будет, конечно, за. Поэтому вот будет формироваться экзаменационная комиссия, к примеру. Войдет туда представители всех общественных организаций. И войдет от ПАСа, конечно. Мы пока можем предполагать, что нахождение, да, представителей ПАСа сегодня в рабочей группе в итоге точно таким же росчерком пера. Завтра сделают площадку электронную. Да, да. У меня оценщики работают. Я тоже, когда сделали эту площадку, особенно когда я зашел, посмотрел эти маркеры, которые выставили, да, что теперь там есть минимальный маркер, максимальный. По Киеву минимальный маркер, старая дарница, $630 в квадратный метр. А я могу сказать, у нас есть квартира $500 в квадратный метр. Мы продать не можем уже 3 месяца. Ну, а в маркер она не попадает. Ну, есть нюансы. Коллеги, может быть все, что угодно. Сразу могу сказать. Все, что угодно. Откуда ноги растут в оценщиках, мы знаем. Ну, мы знаем, фамилии называют. Мы знаем полностью, что и как это делается. Для меня тоже очень большая загадка. Это финансовая схема. Ну, финансовая схема. В чистом своем виде. Почему на это не обращают внимания, ну, наши высокопоставленные? Я не знаю. Коллеги, знаете, как мой один коллега говорил, бабло побеждает зло. Ну, к сожалению. Поэтому угрозы, конечно же. Поэтому бороться с угрозами мы можем только объединившись. Поэтому я всегда говорю, вы лично, вот 100 раз будете умный человек и 50 раз профессионал, но вы не можете прийти в фонд госимущества, в кабинет министра Украины и доказывать там свою правоту. А общественная организация в лице там представителя может приходить и бороться. Я вам сразу могу сказать, что союз специалистов занял пассивную ситуацию по отношению к оценщикам. Знаете почему? Отвечаю сразу. Во-первых, это не мы. Мы смешаны. Мы можем вмешаться в этот процесс в том случае, когда УТО к нам обратится, АСБО к нам обратится, любая из общественных организаций обратится к нам и попросит, ну, или поддержки, или высказать свое мнение. Мы безусловно выскажем. А просто прокричать в воздух, вот мы тут, ну, хирурги могут прокричать сейчас, вот оценщик в обиде. Тигру крепко не докладывать мясо. Ну, ребята, я говорю серьезно. Закон для чего? Что даст закон для потребителя, что даст закон для клиента, и что даст закон для риэлтора? На самом деле мне не совсем понятно, почему риэлторы до сих пор сами не стали инициатором закона, потому что то, что творится на риэлторском рынке, это вообще, ну, полный беспредел. Для того, чтобы у нас, например, дать объявление о пассажирских перевозках к нам, да, в газету или на сайт, нужно принести лицензию о том, что ты можешь возить людей. Мы можем эту лицензию взять, у себя хранить, и только тогда обществу предлагать услуги по пассажирским перевозкам. Это касается и там медицинских услуг, это касается других отраслей, адвокатов, все, что сертифицировано, все, что лицензировано. Это касается застройщиков. Застройщик не может дать рекламу нигде, не имея лицензии, не имея всех разрешительных документов. Что происходит у риэлторов? Ну, то, что риэлторы обманывают потребителя, ну, мы же с этим смирились, ладно. То, что вы обманываете друг друга, это вообще соответствует, извините. То, что вы обманываете нас, потому что, например, там пакет на услуг, мы тоже смежники, можно так говорить, у нас стоит 40 гривен, для того, чтобы купить объявление на месяц, мы эти деньги отдаем на личный счет, за эти деньги можно поднимать объявление, но нет, для того, чтобы не платить нам 40 гривен, вы идете покупаете 5 пакетов, по 70 гривен у Киевстара, у Водофона, регистрируйте новые аккаунты и так далее и тому подобное. То есть, я не знаю, может кто-то есть, кого вы не обманываете, может нотариусов, может там еще кого-то, но последний вообще крик души, это вот рассказ Виктора Васильевича о том, что его объект пофотографировали, фотографии забрали себе, на доме был баннер с
телефоном или с названием компании. Фотошопе поменяли мои телефоны на свои, фотографии стер с баннера информацию эксклюзивного продавца и написал свое агентство, и написал телефон. Ну, ребят, ну о чем вообще можно разговаривать? И я не знаю, если, например, сделать какой-то вопрос, опрос у общества, нужен ли вам закон, ну, я не знаю, там... Мне кажется, что общество мечтает о том, чтобы был какой-то закон. Почему вы его боитесь? Потому что он уберет плохих, недобросовестных ваших коллег и сделает возможность, я не знаю, сколько пройдет лет, пока там примут закон, не примут, и пока вы отмоетесь от того, извините, негатива, который есть в обществе. Я сколько всем всегда предлагаю, давайте сейчас выйдем на улицу и спросим у людей, как они относятся к риэлторам. Никто не хочет со мной этот эксперимент провести. Потому что я боюсь, что не встретим мы такой вот на улице такого человека сразу, который скажет. Хотя я знаю таких людей много. Я своих клиентов, своих друзей отдаю с профессионалом, они в шоке просто. Ну, это первый рекламный вопрос. Второй вот социальный вопрос по входу в профессию. Черные риэлторы, там, серые риэлторы. Я не знаю, в какой еще профессии есть вот эти прилагательные, которые говорят о том... Во всех профессиях. И нотариусы, и милиционеры, и врачи. Черный милиционер, есть такое выражение. Ну, может быть, по поводу входа в профессию расскажу в двух словах одну интересную историю. Ко мне пришел человек, который захотел стать риэлтором. Очень мужчина, там больше 40 лет, у него какие-то образования, у него так сложилась жизнь, что он захотел стать риэлтором. И он говорит, я вот пойду, он давал там объявление какое-то, потом говорит, я вот пойду, я выбрал там себе агентство, пойду учиться. У меня там все есть, все какие-то требования, которые выдвинули. И вот он через 2 недели возвращается ко мне и говорит, все, не хочу быть риэлтором. Я говорю, как так быстро стажировка закончилась. И он мне принес, я позволю себе засчитать, вот тут есть такая инструкция, 8 шагов определения клиента и ответы по нереальным квартирам. То есть человеку в первые дни обучения дали вот такие, вы знаете, я боюсь, что кто-то сейчас услышит там себя, не хочу, чтобы так произошло. Нет, я не дам посмотреть, я зачитаю. Вот клиенту звоню по квартире, риэлтор говорит, какой именно? Я риэлтор, у меня их много. Клиент что-то отвечает, риэлтор говорит, да, есть такая квартира, хорошая квартира, в скобках, далее называем, либо неликвидный адрес, либо придумываем проблему по квартире так, чтобы клиент сам отказался ее смотреть. Это скрипт, это скрипт по обучению в агентстве недвижимости. Скрипт, вот он говорит тут, чтобы клиент сам отказался ее смотреть, а вот есть ответы по нереальным квартирам. Здесь написано, тут куча их этих пунктов, 16. Вот один из них, например, есть квартира, да, продают по генеральной доверенности от другого лица, собственник гражданин России, с ним нет связи, непонятно, что люди продают, могут возникнуть проблемы, если объявится собственник. Следующее, на этаже проживают алкаши, постоянные гости на квартире, поэтому лучше не смотрите. Дальше, на этаже проживают цыгане, поэтому люди и продают, не хотят. Может, вы купите, но люди продают, потому что цыгане. И вот этого бреда, тут 16 пунктов. Скажите, пожалуйста, как не закон, как то не посредством закона вообще можно это все как-то остановить, оградить общество от некачественной... Я не знаю, как сделать, я не эксперт этого рынка, я вам говорю о том... В Америке за фейковое объявление за 6 лет тюрьмы. Михаил, я вам скажу, что нас обвиняют в том, что мы, вот бабло побеждает зло, что мы принимаем вообще все объявления, нам все равно. Если бы вы только представили, как мы страдаем, потому что мы буфер между риэлтором и обществом. Потому что, когда 5 дней человек не может дозвониться риэлтору, то звонят нам, говорят, слушайте, скажите, вот квартира, она нас интересует. 5 дней человек не берет трубку. Не по одному телефону, есть грубит, оскорбляет, жует, хамит, да все что угодно. Поэтому, ребят, подумайте о том, что без закона дальше нельзя. Нужно общество развернуть к себе лицом, изменить
ту ситуацию, которая есть. Я вот в этом направлении говорю, может отойти от этого слова риэлтор, которое испачкано уже некачественным рисунком. А тут вы раз такой брокер по занятию недвижимости там, или агент. Ну, это хороший вариант. Коллеги, это Виктория тут мягко говорит. А я когда с ней вчера общался или позавчера, она говорит, у меня такое желание есть большое, у себя на ресурсе вывести такой опросник. Что надо сделать с риэлтором? Продать на органы, спалить, расстрелять, таинше. Таинше будет норм. Но, а как мой коллега и хороший друг Александр Рубанов говорит, коллеги, мы теряем свою профессию. Ну, мы реально теряем профессию. Мы даже вот этим законом пытаемся уйти от слова посредника. Хотя некоторые наши коллеги говорят, нет, пропишите, что мы посредник. Я говорю, посредник не нужен, посредник живет один раз. Государство обращает внимание всегда своими законами, актами в ту область, где количество некачественных услуг уже достигает каких-то сумасшедших размеров. Так как ваша услуга имеет отношение да, к очень приличным деньгам, то поэтому мне сложно, я не знаю, кто вообще против. А скажите, а есть кто-то, кто против закона здесь? Можно мне под средства массовой информации подвести такой опрос? Есть люди, которые не хотят такого? Нет. Ну, супер. Я вот благодарна вам, потому что я в числе как раз и с той стороны за закон, который, безусловно, поможет риэлторам. Не могу тонкости знать вашей профессии, но помогите жить и работать нормально и вашим смежникам, и вашим клиентам. И всем будет хорошо. Закон про імпрантаріат уже з 1993 року, в цьому році 25 років зараз. За цей період скажу однозначно, що спочатку він там був тільки запроваджена приватна нотаріальна діяльність, яка була не повністю широкий круг повноважень. Наприклад, ми не могли робити документи для дії за кордоном, заяви на виїзд, що там, хедевіти і таке інше. Попрацювавши деякий час, законодавець побачив, що ми працюємо гарно, відповідально, старанно, ввели повноваження розширені, і документи ми змогли оформляти вже для дії за кордоном. Потім, в 2008 році, вже побачивши, що ми, кількість нотаріусів зростає, що ми справляємося, нам довіряє суспільство, нам розширили повноваження і додали таку значну нотаріальну дію, дуже таку актуальну і важливу, це оформлення спадщини. Потім, з 2013 року, взагалі кардинальні зміни відбулися в суспільстві. Нотаріуси і фахівці нерухомості перестали вже кланятися в БДІ, ходити там за довідками, чекати місяцями і таке інше. Ми самі можемо оформляти нерухомість, реєструвати там її відповідно до висновків експертів і таке інше. А з 2016 року взагалі нам питали повноваження щодо реєстрації бізнесу. Тобто також ми реєструємо товариство заможної відповідальності і ФОПів теж самих, і такі інші форми діяльності. Тобто закон дає змогу розвиватися прогресивно і відповідно розширяти наші повноваження, а значить і доходність нашу, і наш заробіток. Позитивним плюсом цього закону також про нотаріат. Це було те, що з першого початку цього закону висіло і одною статтею, це стаття 2, там, чи перша навіть, це записано те, що документи оформлені як державними, так і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу. І всі ті громадяни, які звертаються до нас, зверталися і з телефонними дзвонками, там, газети писали, дорога наша редакція, що дайте нам відповідь, чи мають право нотаріуси оформляти документи приватні, які потім будуть, чи будуть вони визнаватися державою, і куди дінеться потім, якщо нотаріус там поїде за кордон, чи ще щось з ним трапиться. Звичайно, що ви відповідали, так, закон є, в законі написано чітко. Це буквально посилання на закон, воно все вирішує. Це не якась там думка чи там мрія, а це чітко записано в законі. Тому я вважаю, що ріелтори і наші партнери, тому що в будь-якому випадку ми співпрацюємо, ми такі робимо кластери на сьогоднішній день, навіть можна сказати, що первичну спілкування, первичну роботу все одно проводять риелтори. Вони спілкуються з клієнтами, вони показують об'єкти, вони вже підготують, роблять таку багато роботу, здійснюють по підготовці документів. І потім, вже, звичайно, коли приходять до нас, то більшості вже не
можна сказати, що завжди, але вже документи зроблені. Зроблені, і це нам легше. Легше і нотаріуси, які свій час на цьому економити, і клієнтам краще, коли вже. Звичайно, що клієнти зараз дуже самі прогресивні і читають в інтернеті, все можуть в тому числі почитати туди про роботу клієнтів, про роботу нотаріусів, і будуть вибирати, до кого йти. Тому це також інструмент дуже важливий. Якщо на початку діяльності ми там у нас в конторах чи там організовували там куточки там правової допомоги, читали люди, як там вже краще, то вже цю роботу взяли на себе ріелтори. Ну, велика вдячність. Також вони співпрацюють ріелтори із технічною інвентаризацією, із підготовкою документів, як для дії за кордоном, про що ми казали, дуже багато громадян у нас і Ізраїль, там, Німеччина, Америка вже. І, тобто і довіреності, і заяви готуються заздалегідь. Шляхом такої співпраці, партнерства. Тому дуже це позитивно і гарно. Звичайно, які пропозиції? Хотілося б, чому ще в цьому плані повинен бути закон, повинна бути і сертифікація, або ж свідоцтво. Ну, на мій погляд, я підтримую ідею свідоцтва, оскільки ми маємо на нотаріусі свідоцтво про заняття нотаріальної діяльності, яке видається один раз на все життя. Ніяк ліцензія там на 3 роки, там, чи 2, там, чи 5 років заплатив, потім чекай, там хтось там як здам чи не здам, чи там вкараті стати на все життя. Але ж якщо ми не працюємо, і то ми не повністю погоджуємося, нотаріуси, з тим, що ми, якщо не працюємо 3 роки за якісь там обставини, то може я там аспірантуючи начальщі. Я повинен іще раз признавати, якщо я не підтверджую свій стаж, це нововведення таке нової власне влади, так сказати. А до цього часу не було. Свідоцтво повинно видаватися один раз на все життя. Так от. І якщо буде свідоцтво, якщо буде реєстр свідоцтв, і ми будемо бачити, хто до нас приходить. Тому що дуже багато випадків, ну, ми казали сьогодні про негатив, що є, да, дійсно є, коли там і визнаються договори купівлі-продажу недійсними там за підстав шахрайства, підроблення документів, не тією особою, яка повинна звертатися шляхом там переклейки фотокарток або там зовнішності на сьогоднішній день і укладені угоди. Звичайно, що ми повинні як нотаріуси відстежувати не тільки тих учасників договору, які до нас звернулися, і встановлювати їх особу там за паспортом і іншими документами, і також шляхом співбесіди, там не допроси громадянина там, да, а співбесіди і з'ясування його ідентичності, його намірів, що він хоче, то звичайно, якщо будуть, і ми повинні ідентифікувати тих осіб, які приводять нас цих клієнтів. Так от, наприклад, на одному із судових засідань, а хто був, розкажіть, будь ласка, а хто був у вас там? Скажіть, назвіть їх прізвище, у мого батька. А дуже часто приходять у нас дві людини, продавець-покупець, наприклад, ну там 3-4. П'ять ріелторів іще, з одного боку ріелтори, з другого. І всіх навіть ми можемо не знати. А тим більше ми можемо знати там їх, ну, добре, якщо ми там просимо там паспорт чи ще щось інше, і запишемо десь. Але це питання повинні виписати бути в законі, і обов'язково, щоб вони були ідентифіковані, ті особи, які супроводжують. Тому що приводить, ну, щоб не було таких випадків, коли людей порушують їх права і законні інтереси. Тому я за закон, за сонифікацію, за ідентифікацію, ну, з тими людьми працювати, з якими працюємо, щоб було відповідно вже їх рекомендації. Нашу роботу перевіряють, є контроль судовий, який, так сказати, він не такий, що приходять до нас і перевіряють судді чи працівники суду, як ми там організовуємо роботу, а перевіряють законність чинення наших нотаріальних дій, договорів, якщо є факти порушення прав, інтересів представників. Так от, звичайно, що нас направляють на підвищення кваліфікації, які здійснює Міністерство юстиції України і Українська нотаріальна палата як професійна самоврядна організація нотаріусів України. Нема чітко визначення, що ми повинні там раз в 3 роки, як в інших професіях, чи раз на 5 років. Якщо є така необхідність, встановлюється, якщо нотаріус самостійно підвищує свою кваліфікацію, визначена законом таким чином, публікує статті, виступає на конференціях, приймає участь в круглих столах, вносить пропозиції до змін. Вносить пропозиції, і це зафіксовано там свідоцтвами, сертифікатами участі, виступами, статтями. Я вважаю, що справжній нотаріус це повинна бути в радості, тому що він спілкується зі своїми колегами, спілкується з людьми, і
якби, знаєте, таким чином, ну, створює ореол довіри. Ореол, так. Довіри до своєї професії, до своєї діяльності. Оцю корупційну якобы в лапках составляющих писаємо того, що раз в 3 роки, раз в 5 років, так, да, либо підтверджають свою кваліфікацію, либо проходить какое-то обучение, это, наверное, очень хороший опыт, да? Риэлтору дали сертификат, лицензия, свидетельство, назовите его каким угодно словом, да? Это единоразовая выдача документа, которая позволяет ему, да, заниматься подобным родом бизнеса или же деятельности, да? И уже, по большому счету, тот человек, который не имеет желания стоять на месте, тот человек, который видит себя в этом бизнесе, видит свой бизнес основным, скажем так, да, он действительно будет принимать самое активное участие во всех риэлторских в течение года, да, мероприятиях. Мы его увидим в Одессе, мы его увидим на риэлфесте, да, мы его увидим в Фейсбуке как человека, который имеет четкую позицию, да, мы увидим те отзывы, которые дают реальные люди, да, не фейковые какие-то аккаунты. И вот это, по большому счету, еще больше, я так думаю, да, у риэлторского сообщества вызовет доверие к этому закону. Если на сегодняшний день это 50 на 50, да, то убрать вот эту вот составляющую ручного, скажем так, регулирования, да, тебе дал, тебе не дал, у того забрали, этому выдали там два и так далее и тому подобное, это привлечет к закону, да, или же к законопроекту еще больше внимания, и по большому счету от нас, от риэлторов, да, от брокеров, от агентов по недвижимости, это получит еще больше одобрения. Почему? Потому что мы увидим, что по большому счету этот закон не рисуется под кого-то, да, он сделан, а, четко для того, чтобы действительно понимать тот максимальный, или наоборот, хотелось бы, чтобы это был минимальный какой-то круг обязательств и обязанностей, да? Где должен риэлтор быть, каким образом он должен оказывать услугу. И еще лично, вот мое мнение, да, хотелось бы в этом документе увидеть больше все-таки пунктов, которые говорят о стандартах профессии, да, говорят о стандартах, ну, как возможно, я понимаю, да, нельзя все впихнуть невпихуемо, но тем не менее, да, если это должен быть один документ и отдельный, то вот стандарты профессии нам бы тоже хотелось видеть. Одна из статей предполагаемого проекта, оно вот в системе материалами, с которыми мы работаем, она говорит о создании единого всеукраинского реестра риэлторов, который будет размещен на сайте фонда Держмайна, где любой клиент, который обслуживается в риэлторской компании, может зайти и проверить сертификат, может посмотреть, когда человек обучался, что он заканчивал, кто он есть на самом деле и как давно он на рынке представлен. Это один момент. И второй момент – это подзаконные акты. Когда будет принят закон, мы не можем сейчас делать стандарты, потому что стандарты – это подзаконный акт. Сначала закон, а потом подзаконные акты, которые уже детально расписывают процедуры и все то, о чем вы говорите. Сколько лет на рынке, сейчас у нас бардак. Бардак. А как мы на основании этого бардака сейчас делаем закон? Мы не можем, правильно сказала Виктория, ни друг с другом не договориться, ни научить своих риэлторов, начать надо с себя, навести порядок. Начинает каждый сам себя. Для этого мы здесь и собрались. То, что вы говорите, мы все записываем. Это никто не делает. Я уже взрослый человек, мне больше чем 50 лет. Я могу вам сказать, ну, есть какой-то жизненный опыт. Никогда в жизни, когда нет ответственности, никто не будет выполнять свои обязательства. Согласна. Не будет. Поэтому закон, он все-таки подводит под какие-то права и обязанности, и ответственность. Все, что вы говорите, под каждым словом готов подписаться. Конечно же, себя надо начать. Но не начну, вот что происходит. Понимаете? А будет закон, начну. Потому вот начну. Особенно, когда появится наказание, какое-то ответственность. Начнут. Вот знаете, я, опять же, Артур Павлович, наверное, икает сегодня. Я с Артуром спорю. Когда вот он пытается модель американскую полностью натянуть на глобус Украины, извините за выражение. Я ему говорю: Артур, не получится, уважаю, не получится. Я тоже очень люблю Америку. Она совершенно другая страна. Там совершенно другое законодательство. Смотрите,
У нас, вот я смотрю в Фейсбуке, открываю видео, когда вот я за новую полицию, она мне нравилась, вот было все хорошо, сначала была за новую полицию. Потом я смотрю, тут видеоролики выкладывают. Вот такой худой хлопец, килограмм 45. Ходит, а на нем висит 3 полицейских, и он их 10 минут тягает по двору. Они не могут его скрутить. Давайте на Америку посмотрим. Коллеги, там, не дай бог, ты что-то не выполнил указание полицейского, да, ты сразу извиняешься лицом в асфальте. Да? Никто даже не будет. Да, поэтому, ну, вот нельзя сравнивать нельзя. Нашу законодательную базу и американскую законодательную базу. Мы разные, к сожалению. Мы лучший опыт, конечно, должны перенимать. И в Америке, и в Канаде есть хороший опыт, и в Голландии там хороший опыт есть. Конечно, мы будем стараться. У нас для этого в рабочую группу вошло объединение ФИОПСИ Украины. Это международники. Они знают, как работает Европа, как работает Америка. Они подготовили очень большой труд. Вот, кстати, я Аня Коваль говорю, этот труд должен быть доступен всем клиентам. Интересно. Я думаю, это очень интересно. Это действительно вот та правда, наша которая... Виктор Васильевич, наша Львовская региональная подразделение тоже подготовила, у меня здесь есть, тоже подготовила обзор европейских практик. Ну, супер, давайте мы будем распространять. Коллеги, может еще кто-то в письменном виде что-то принес? Давайте с удовольствием мы все обработаем и передадим на рабочую группу.